Ёп. Когда ты стул меня точно убьет. Здорово, пацантре, здорово, пацанесы, здорово, бандиты, здорово, все, кто только что вышли с тюряги. Здорово, мамкины хулиганы, здорово, районная мафия, здорово, батины, криминалисты, здорово всем моим подписчикам, здорово вообще всему криминальному городу. Это я, ваш браток Эдисон, хотел сказать мусорок, но я же не мусорок, надо крику какую-то придумать. Эдичка, железный лом. Не. Эдичка Молоток. Эдик Гроза района. Какую кликуху мне вообще можно придумать? Вот напиши в комментах. Тот, кто придумает мне самую лучшую кликуху на этой планете, того я просто пролайкаю и скажу ему огромное спасибо прямо в комментах. Поэтому придумаю. Я пока открою вот эти все жалюзи, потому что темно, как в заднице у кентавра какого-то. Сегодня у нас, как обычно, много планов. Я живу в своей прекрасной квартире и примерно осталось еще 20 дней до того, как меня отсюда выселят. А у меня есть всего-навсего сколько? 3000 рублей, которые я стараторил в предыдущей серии. От бабушки. От бабушки Любы, которая сидит возле подъезда на скамейке. Многие меня закритиковали, что, мол, Эдисон, как ты так мог поступить с бабушкой? Ты ограбил ее и украл 3000 рублей. Вы посмотри в мой холодильник. Видишь, как много здесь еды? Вот и я не вижу, потому что здесь вообще ничего нет. И как раз таки вот сейчас мне нужно отправиться в магазин, в Пятерочку, в гастроном, который находится буквально здесь рядом. Свет у меня все выключен, все работает. Ну, свет пока что есть, за свет я плачу. Поэтому идем в магазин. Хата стоит 10 тысяч рублей в месяц. У меня есть 3 тысячи рублей. Сейчас я потрачу буквально 200 рублей на такси. Потрачу примерно штукарин на то, чтобы закупиться в магазе. Да, здорово, бабулька, здорово, здорово. Как поживаешь, как жизнь молодая? Ну, в смысле молодая, не молодая, старперческая, да. Ой, привет. Да привет, привет, бабулька. Сейчас, подожди, расскажи мне что-то, пока я там таксишку вызову. Бабуль, не смотри то, что я в балаклаве, не смотри, со мной все нормально. Просто, знаешь, комплекс с детства, комплекс. Я просто очень страшный, страшный очень, поэтому я боюсь свое лицо кому показывать. А вот, сейчас, подожди, бабуль. Можно машину, пожалуйста, машинку к моему дому, там геолокацию я указал, все нормально, можно? На данный момент нет свободных машин. И как мне сейчас до магаза пешком, что ли, топать? Ой, господи, бабуль, ладно. Я потопал. Вообще, ни одной машины в городе, пустой какой-то город, ничего нет. Ну, разве что дети здесь играются. Ладно. Что такое, бабуль, что такое? Я в магаз потопал, у меня вообще времени нет. Вы, как бы, понимаете, криминальный город, выживать-то как-то нужно. Я пошел, куплю себе там творожок, куплю себе там доширак, куплю себе там, что еще можно? Сметану, сырники себе зафигачу завтра рано. Мне тоже надо, может, отведешь? Как говорится, одна жопа хорошо, а две лучше. Ну, в компании я имею в виду. То есть то же самое, то, что я сейчас пойду один магазин или с бабулькой. А то я боюсь одни еда. Да давай, бабулька, вообще без проблем. Да тем более, меня как-то совесть немножко мучает, потому что в предыдущей серии я бабульку эту ограбил вот здесь. Нажми на подсказку, если ты не видел, как я бабульку ограбил. Мне реально стыдно немножко, но... Бабулька-то ты хорошая, хорошая бабулька. Вот... Собака! Пенсионер тебе еще до сих пор зарплату, пенсию вот эту не принес, да? Да, как-то в городе задерживают выдачу пенсии. Да вообще, понимаю, коррупционеры разворовали город. Не принес, забрал к себе. Ну вот, вот, грабитель этот твой почтальон Печкин. Ладно, пошли, бабулька, пошли, я тебя сейчас отведу. Да мне самому-то надо в магаз пойти. Сейчас закупимся с тобой. Может, я тебе тоже что-то там куплю. Бабуль, да, давай я закуплюсь на свои деньги, хорошо? Ну как на свои? Так, осторожно, 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 осторожно. Ну, вроде машины здесь нет, поэтому давай, бабулька, переходи быстренько дорогу и... У Ашота, я боюсь. Да чё ты боишься, бабуль, давай! Да давай быстрее! Да нет здесь никаких машин, бабуль, смотри, ни слева, ни справа, вообще здесь ничего нет. Сейчас бы реально было бы смешно, если просто какая-то машина бы просто здесь проехала и сбила меня насмерть, чёрт твоей бабушки. Да нет! Убьет, да никого не убьет машина, давай быстрее, бабуль, да у меня времени нет, а! Мне на работу пора, давай! Школьника грабить этого богатого. Да давай! Бабуль, я сейчас сам пойду. И сама будешь... Ладно, все, пока, бабуль, я пошел. Буду я тебя еще уговаривать. Давай быстро! Давай! Господи, какая же ты медленная. А если бы я сказал то, что там пятерочки бесплатные помидоры раздают, то... кстати, а может попробовать? Бабуль. В пятерочке там на входе... На помидоры скидка. 5%! Прикинь, ты сэкономишь пару рублей! Беги, бабуля, беги! Скидка, да, скидка! Скидка, побежи! Подожди! Подожди! Ты
чё так рвануло-то? Ну я говорю, бабулькам только сказать, что там скидка. Бабуль! Там же скидка, ну беги давай, беги! Скидка! Ты смотри, попрыгуня! Побежала быстрее, чем я бегаю. Да, все, бабуль, я пошутил. Нет никакой скидки, это же пятерочка, она никогда в жизни скидку не сделает. Давай, заходи. Да не пошутил, в смысле, пятерочка сраная, никакие скидки она не делает. Так, давай, бери, я сам возьму. Держи, бабуль, ты посмотри, какие мы с тобой модные. Ну я в балаклаве. Не смотрите, что я в балаклаве, это мой просто прикид такой пожизненный. Я сказал то, что я в этой рубрике никогда в жизни не сниму балаклаву. Буду до конца всех веков в ней ходить. Давай, пошли, бабуль, пошли. Так, что мне нужно купить, что здесь есть? Ну я бы на самом деле пару бы фруктиков взял, дошек бы взял, творожок какой-то. Эх, много людей тут. Да, много людей тут. Если бы людей здесь так много не было, я бы что-то староты взял бы даже. Так, что у нас здесь есть? Что себе взять в корзину? Здесь на самом деле нифига нет здесь у нас. Опа, творожок, 2%, 2% я как бы на диете за своей талией вот, слежу, чтобы жопа жирная тоже не была. Возьму три творожка возьму. Здесь еще что-то. И здесь творожок есть, и здесь творожок. Бабуль, вам здесь ничего не надо, здесь все жирное. Здесь мороженое, здесь у нас мед, здесь пончики. Да не надо никакие пончики, бабуль. Сахар в крови поднимется, еще рипнитесь, не дай бог. Сдохните от сахара. По диабету соскучились. У меня как бы денег на счету нет, чтобы вам вызывать скорую помощь. Поэтому давай, пошли, бабуль. Пошли. В раздел, где там хлебушек. Пошли, бабуль. Пенсионерам скидки на продукты и напитки. Во, реально, как повезло. Я же говорил то, что скидки. Только, бабуля, проблема в том, то, что от 9 утра до часу дня... А на часах уже 3 часа дня. Бабуль, мы с вами не успели на скидки. Ёб твою мать, не успела. Бабуль, не надо ругаться! Не надо ругаться! Ну, в следующий раз как-то. Так, вот здесь, смотрите. Здорово, всем здорово. Здесь все про... Бабуль! Вы где? Мидии какие-то, ну да, какое-то говно маринованное, не нужно. Еще и воняет, конечно, воняет, это же мидии, это же... Как это фигня называется? Ну, экстравагантная пища для всяких ппшников, странных вегетарианцев. Ну, вегетарианцев оскорбить не хочу. Кукуруза старая. Да, бабуль, да это пятерочка, это еще хорошо то, что мы в магнит не пошли. Там все с плесенью. Так, дошек тоже можно взять. Дошиков мы возьмем как можно больше. Раз, два, да все дошики возьмем. 10 дошиков, 3 творожка, здесь еще что-то есть. Ну, я на самом деле... Морковь вся вялая, да. Бабуль, вам на самом деле вообще ничего не нравится. Бабуль, иди сюда. Подойдите сюда. Вы видите, там целый пакет. Там багеты, там всякие помидоры, яблоки. А там охранник сраный, который прям на нас пялится. Вы можете подойти к нему, отговорить его, как-то там заговорить ему нос, да? Ну, потому что я, бабулька, я хочу 2 пакета этих старотыбзить, один вам, один мне. Бесплатно! Все, что вам нужно там пойти спросить у него там дела. Да в смысле в тюрьму? Бабуль, я вам хочу напомнить, они обещали скидки. А скидки вам не сделали? Это ж пятерочка сраная. Коррупционеры все разворовали. Вот и этот охранник. Он уже пенсию у вас крадет. Да, отвлечь его, да. Отвлекайте его, бабулька, отвлекайте, да. А я себе вот эти пакеты в трусы засуну, чтобы никто... Давай, бабулька, давай. Давай. Вот, все. Он начал смотреть на нее, не на меня. Как дети. А жена... Все. Бабулька молодец, бабулька справляется с задачей. Так, никто на меня не пялит. Слышь, мужик, отвернись. Потолстел ты. Бабуль, ну ты там ему тоже как бы не груби, а то он тебя сейчас с магаза выбросит. Опа. Все. Еще одни пончики, пенсию воруешь. Да хватит оскорблять его, Ирод. Слушай, бабуль, ну не перебарщивай. Бабуль! Я никогда в жизни сосед не научу. Я же заплевал себе весь рот. Иди сюда, бабуль. Два пакета есть, есть 3 творожка, есть 10 дошиков. Мне кажется, что можно сваливать. Какая касса? Ты смотри, мы с тобой прям возле выхода. Через задний проход мы с тобой пройдем. Да быстро сюда, давай! Иди сюда, бабуля! Иди,
иди сюда, да не надо заплатить, это, бабуль, ты вообще с кем знакома, ты понимаешь, кто я такой? Я в балаклаве. Эдичка, железный лом. Короче, я не знаю, реально, придумай ты мне кликуху, потому что я не знаю, как себя назвать. Бабуль, надо отсюда сваливать. Все, обратно уже возвращаться нельзя, потому что этот охранник 100% нас запалит. Надо туда... Давай за мной, бабуль, давай за мной. Здесь никого нет? Вроде никого нет, поэтому сваливаем. Тихо, еще один охранник. Бабуль. Ну, раз... Раз машины в городе нет свободной, раз такси не ходит, запрыгни-ка ты в тележку, бабуля. Запрыгни в тележку. В тележку запрыгни. Да давай, быстро, времени нет. Сейчас они спалят то, что мы у них скоммунизили все эти продукты. Сейчас, как только охранник пройдет, ты готова, бабуля? Бабуль, готова? Посмотри на меня. Готова, бабуль? Да. Сейчас охранник пройдет, бабуль, и мы с тобой сваливаем. Раз, раз, три. Погнали, бабуля, давай. Поехали! Толкаю эту колымагу, бабуль, ну ты себе, конечно, жопу и отъела. Ща, толкаю. Бабуль, я вам говорю, меньше пончиков жрать надо. Да сколько вы весите, килограмм 120? Ща. Посмотри налево, направо. Есть машины, нет машинов. Машинов. Каких машинов? Толкаем. Бабуль, я гоню как только могу, сейчас подожди. У меня 10 дошиков в кармане, 2 пакета с батонами выпадают из трусов. Я же реально себе в труханы их засунул. Ща притолкаем. Ладно, здесь мне кажется, здесь нормально. Ой, бабуль, я тебя случайно назад отбросил. Все, бабуль, давай вылезай, здесь уже никого нет. На дворе вообще ночь, давай вылезай и потопали. Оставь ты эту колымагу здесь, зачем тебе тележка? Бабуль, ходить полезно, давай вставай и пошли. Все, я потопал. Ля! Вы только на нее посмотрите. Алло, бабуль! Все, остановите вашу Ламборгини, остановите. Ты посмотри. Все, бабуль, все честно. Мы с вами договорились. Вот этих синих продажных мы с вами обокрали, забирайте. Этот пакет для вас, у меня есть свой пакет. Не стоит, в смысле не стоит. У меня есть пакет, у меня есть 3 творожка, у меня есть 10 дошираков. Мне кажется, что как раз и самый раз. Мы с вами поделим поровну. Я тоже своровала, милок. Бабуль, а вы не так просты, как вы кажетесь. На первый взгляд. Ну давайте текайте домой, делайте там борщицок, я не знаю, окрошку там, рассольник делайте. Если у вас продукты есть, значит я себе заберу. Пойду борщик сделаю, приходи. А на ком вы этаже? Этаж какой? Я загляну реально к вам в гости. Борщик как бы бесплатный покушать. Третий этаж. Раз, два, три. А, так вы надо мной живете, бабуль! Вы надо мной живете! Ну давайте, бабка Люб, давай, удачи вам! Удачи! Давайте! Я тоже потопаю. Я эту тележку у себя на голове домой занесу. А чё? Она как бы ездить умеет? Умеет. Такси в городе нет? Такси в городе нет. Поэтому я оставлю ее вот здесь. Опа, у себя на этаже. Здорово! Кто дома есть? Динь-динь-дань, мазафакер, открывайте. Никого дома нет. Свет включить. Все прекрасно. 2 батона. Дальше у нас 3 творожка. Дальше у нас 10 дошиков. Ля просто! Богатеем на глазах. Бабулька молодец, бабулька прям пошла мне навстречу и сама тоже что-то своровала. На самом деле у меня реально есть такое криминальное прошлое. Я помню то, что я в детстве реально там какой-то магазин, гастроном в своем районе ходил. Честно скажу, ну было детство. Да. Я бывало себе реально в труханы 3 корочки засовывал такие сухарики. Бывает тиктоки себе в носки засовывал. Бывает дошики даже коммунизил. До того момента, когда плохо засунул дошик себе вот сюда, между трусами и штанами, вот здесь на пояс, и дошик шандарахнулся вниз прямо на кассе. И меня просто охранник спалил то, что я что-то украл. Они затащили меня в кабинет и просто позвонили моим родакам, потом родаки за мной приехали и наваляли мне такого ремня по заднице, что я потом больше никогда не воровал. Ну, как бы у всех есть свое криминальное прошлое, даже у меня. Зато я сейчас этот опыт буду использовать в Майнкрафте и буду воровать багеты, вот засовывать себе его в трусы и коммунизить из пятерочки. В общем, ты там ставь лайк, если хочешь, подписывайся также на канал, чтобы новую серию не пропустить. Я возьму все же один пакетик с багетом и пойду к бабе Любе. Борщ точить буду, вот. Приятного мне аппетита. Так, третий этаж, да? Тебе удачи и пока. Тут бабуля живет или тут? Бабуль! Открывайте! Я пожрать принес, закусон к борщику. Ну и корзинку тоже.
с пятерочки скоммунизил. Вот настоящий вор. Буду сюда трусы грязные складывать. Корзины для белья же у меня нет.